Судебный процесс по громкому делу об убийстве известного в городе ветеринарного врача Натальи Заяц начался 23 августа этого года. Перед судом предстали двое – рецидивист Иван Гук и его сожительница Тереса Кисловская. В ходе судебного разбирательства было доказано, что пара обманным путем заманила ветеринара на съемную квартиру, где пытками и побоями Гук заставил Наталью выдать пин-код банковской карты и ключи от автомобиля. После чего еще живую женщину при пособничестве Кисловской Гук вывез в лес и задушил. Суд признал обвиняемых виновными сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. В силу части 3 статьи 69 по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенного наказания Гуку назначить в виде лишения свободы на срок 22 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В силу части 3 статьи 69 по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенного наказания Кисловской назначить наказание в виде лишения свободы сроком 13 лет с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. Помимо убийства Натальи Заяц, Гука признали виновным в серии угонов мотоциклов, подделки документов, а также в уклонении от отбывания ограничения свободы. Кроме того, суд обязал его выплатить компенсацию морального вреда мужу погибшей в размере 2 миллионов рублей. Кисловская будет отбывать наказание за убийство и разбой. Она также выплатит супругу Натальи Заяц моральную компенсацию. Она составит 1 миллион рублей. Действия подсудимых Гука и Кисловской квалифицированы судом. Аналогичная позиция обвинения, что касается наказания, практически в целом соответствует также позиции обвинения. Но что касается законности приговора вынесенного, да, наверное, будет и необходимости обжалования в судебном порядке, это уже будет после изучения самого приговора, после его получения. Никита Васильев, Илья Чечин, телеканал «Пилот».